утро на Енисее. Время экспериментов на отзывчивость. У меня есть тяжелый мешок, который я уже устал нести, и попрошу прохожих помочь. Там влево, вправо. Здрасте, поможете? Поможете донести? Далеко? Да, до Перенсона. А что было дальше, смотрите. Налево, направо. Поможете дотащить? Все там будет. ДТП и все. Ага. Дальше... Сколько донесете, я там на лавке уже. Вон там дядя с камерой. Вам надо что-то перенести, но никто не помогает. Да, и как справлялись? Прикрепил, намолчил. Лево, направо. Что? Да подушку перетащить. Она как бы легкая, но... Все, понял, хорошо. Да вот прямо там, где уже вам нужно будет. Там. Давай, все здорово. Прям отозвались, прям без проблем. Что, я первый, что ли, отозвал? Вы второй, что, да. Люди не отказывают? Ну, пока по-разному. Вы поможете? Ну, понятно, это сейчас куда делать. Она тяжелая? Ну, нормально. Нормальная такая. Там, там подушка, ничего страшного. Ух, как взялись. А вы на Перенсона идете? Можете помочь подушку отнести? Я всегда пытаюсь отзываться людям на помощь. Ну и когда сам прошу, тоже мне приятно, когда люди откликаются. Поэтому это такая взаимосвязь приятная от людей и от самого себя. И самому себе приятно, когда помогаешь другим. Да. Ну, по очереди, если потащим, замечательно будет. Она легкая. Поможете? Давай. Поможешь? Да. А там вон дядя с камерой. У тебя день рождения? Я поздравляю с днем рождения, как вас зовут? Даша. Сколько тебе лет? 18. Господи, такая уже большая. С днем рождения тебе. Спасибо тебе. Она не тяжелая, она такая... Ну, вот такая сойдет? Да. Сможем? Ну, пойдемте. Все, пойдемте. Поможете дотащить? Иди туда. Там вон дядя с камерой. Проверяем на отзывчивость. Вы сейчас нам прямо налево куда пойдете? Помогите с подушкой, подушку донести. А, ну, вам в какую сторону? Скажите. В сторону остановки. О, здорово. Пойдем? Поможете? Да, ничего такого. Ну, меня просят помогать, я помогаю. Не поможете? Нет. Жалко. Я его один тащил. Ну, ладно. Поможешь, не поможешь? Я хотел бы помочь. Но? Ты говоришь, с трудом, но поможешь, да? А потом? А почему не хотел? Устал. Все, помог? Ну да, помог, так что все нормально. Спасибо тебе большое за помощь. Спасибо. Мы сейчас только что снимали эксперимент социальный, вот, на отзывчивость. И, в общем, положительные результаты есть. Люди помогают, но не всегда. Ну, ты помог? Да. Ну и понесли. Все. Это было время экспериментов. Всем доброе утро. Спасибо. Утро на Енисее.